в первый же наш день в Буэнос-Айресе, как только мы устроились в отеле, мы попросили портье заказать нам место на представление танго в знаменитом кафе Тартони. Это кафе существует более 150 лет, и в прошлом в нем побывали все, кто что-нибудь значили в литературе и культуре Латинской Америки, или гости из Европы, такие как итальянский писатель Луиджи Пиранделло. К 10 часам вечера мы были в кафе. Я записал около 15 минут из полуторачасового представления, и получился довольно цельный кусок, который жалко отбрасывать. И в то же время в основной фильм о Патагонии я смогу включить не больше 2-3 минут. Поэтому решил я сделать этот отдельный фильм. Только о кафе Тартони. Танго в Буэнос-Айресе повсюду. На улицах, во многих ресторанах и кафе. Этот танец родился в борделях Буэнос-Айреса в середине 19 века, и прошло много времени, прежде чем он приобрел респектабельность как аргентинское национальное явление. Постепенно многие известные композиторы и поэты стали писать для него музыку и лирику. Однако в 1955 году военный режим, который сверг Хуана Перона, почти запретил танго, и только с возвратом демократии в 1983 году начался ренессанс этого танца. Кафе Тартони находится на одной из центральных улиц Авенид де Майо. В том же здании помещается Национальная академия танго. Обеденный зал кафе. Бюст Пиранделло. Вот мы за столом. С нами сидят две учительницы из Канады по происхождению филиппинка и испанка. Thank you.
Falto yo. ¿Cómo para qué? ¿Y qué tiene ella que no tenga yo? Bueno, no me hagas hablar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Buenas noches. Good evening. Guten Abend. Trajo un amo. ¿Cómo me imagino que se hizo de Nueva York? ¿Cómo es eso? Нам раздали тексты нескольких песен для участия в пении. Una sombra y la pronto serás.
y que Perú, nación de Buenos Aires, nació en el suburbio que hoy reina en todo el mundo, que es el tango, que llevo vuelto.